Саров в очередной раз присоединился к всероссийской акции «Забег атомных городов». Это крупнейшее отраслевое мероприятие уже несколько лет собирает участников из городов присутствия госкорпорации. Дистанцию бегут сотрудники предприятия «Росатома», студенты профильных вузов и все желающие. В этом году им предстояло преодолеть 2022 метра. Веду очень активную деятельность в вузе, являюсь командиром педагогического отряда в вузе. Ну и узнав о данном событии, я принял решение прийти со всеми сюда, чтобы в большой общей компании нашего института принять участие в этом забеге. Забег атомных городов – одно из самых массовых спортивных мероприятий осени. По подсчетам организаторов, в Сарове на старт вышли около 600 спортсменов. Количество участников растет из года в год. Открывая соревнования, заместитель главы администрации Сарова Илья Волков отметил, что все больше и больше наших горожан выбирают здоровый образ жизни. Это говорит о том, что наш город является городом спортивным. И сегодня я хотел бы поблагодарить каждого из вас за возможность принять участие в мероприятии. И по традиции желаю всем только победы. Сама природа в этот день, казалось, благоволила участникам. После затяжных холодных дней с утра выглянуло солнце, а воздух прогрелся до комфортных плюс 17. Люди все встретились улыбкой. То есть вот день начат улыбкой и начат спортивной такой пробежкой. Ну, конечно же, это позитив, конечно же, это поддержание здорового образа жизни, своего собственного здоровья. И это вот то, что сегодня очень важно – хорошее настроение и здоровье каждого из нас. Без подарков в этот день не ушел никто. Первые 70 участников, которые преодолели финишную прямую, получили памятную медаль. Кроме того, всем спортсменам вручили футболки с символикой забега атомных городов. Впечатления от пробега очень хорошие. Я вообще люблю бегать, и дистанция для меня была тоже приличной. Но я старался, и за это мне дали медаль. А еще мне нравится футболочка, которую мне дали. Помимо 2222 метров была еще одна дистанция. Ведущие спортсмены города бежали 5 километров. Призеров забега наградили памятными подарками. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.